Ходатайство о присвоении звания почетный гражданин города Ленинска-Кузнецкого поступило в адрес главы Ленинск-Кузнецкого городского округа. О присвоении этого звания ветерану труда, мастера спорта СССР по мотогонкам Валерию Владимировичу Коробкову выступила местная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Благодаря Валерию Владимировичу выросла целая плеяда талантливых мотогонщиков, и Ленинск-Кузнецкий славился достижениями спортсменов далеко за пределами города. Валерий Владимирович является самым титулованным мотогонщиком Кузбасса. В активе имеется 75 медалей различного достоинства, из них 51 золотая. Благодаря его спортивным достижениям городу Ленинску-Кузнецкому неоднократно предоставлялось право проведения соревнований по мотоциклетному спорту федерального уровня. О присвоении почетного звания Людмиле Ивановне Якушиной выступил с ходатайством коллектив МКУ управления ГУЧС Ленинск-Кузнецкого городского округа. В сфере ГУЧС Людмила Ивановна отработала более 30 лет. Именно благодаря ей в городе создана межведомственная группа, которая еженедельно проводила рейды по проверке противопожарной защищенности и патрулированию водных объектов. А единая дежурно-диспетчерская служба Ленинск-Кузнецкого городского округа неоднократно становилась лучшей среди служб муниципальных образований Кузбасса. Ее общий стаж работы составляет более 50 лет, в ГУЧС в системе более 30 лет. В апреле этого года Людмила Ивановна вышла на заслуженный отдых. В период работы в управлении Людмила Ивановна решала вопросы по организации, разработке и реализации муниципальных программ в области гражданской обороны и защиты населения, обеспечение пожарной безопасности, отвечала за создание материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. При ее непосредственном участии проводились работы по реконструкции и модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа, установлено новое программное обеспечение системы оповещения дополнительной комплексы оповещения. За вклад в развитие города было принято решение Валерию Владимировичу Коробкову и Людмиле Ивановне Якушиной присвоить почетное звание «Почетный гражданин города». Анна Кириллова, Василий Обухов, РИА Ленинск.